Странно, вторая игра, и Тинкер не в бане. Странно, странно. Знаешь, команда хуёвая будет. У меня вот, когда чел без ранга, ну вот такой титанчик, там еще какие-то буковки, циферки, пук-пук-пук у него, то это автолуз. Обычно такое бывает. Обычно вот эти челы без рангов, это купленные аки, которые висели... Ну, чел-то делал ак, выставил на продажу, не играл долго, у него ранг забирают, и он дальше его продает, типа... Да нет никакой цели, просто играю на ПТС в удовольствие. Какая цель? Зачем мне какие-то цели ставить? Я не про игрок. Да там команду или еще куда-то. Приятно, конечно, много ПТС иметь и типа играть хорошо. Главная цель — играть хорошо. Просто кайфовать от игры, не знаю. Хуйная фраза, кстати. Чел придет в мид с левела 4-го. Под дивса выйдет на руну вот сюда. Тот получит даггер, будет за мной бегать по мапе. Там дальше посмотрим. Начало сражения. Повеслую. Ха-ха, эту песню мы знаем, знаем. Спасибо, Фотончик. Эту песню знаем. Магнус Виверна, ух. Что, теперь все, теперь все... Битва начинается. Песенку знаю. I should say so. Conditions could hardly be more ideal. Tinkering about. Is this really necessary? Then it's subtle. Он не блочит. Are you thinking what I'm thinking? Don't mind if I do. Indeed. My sentiments exactly. Take the heat. Into the fray. Кстати, недавно через догон играл. No. Этой шмоткой. Ой, он не добил ренджа. Very well. Очень много мне дает. О, дядь. Absolutely. Ты под пивом? I'm in complete agreement. Is this really necessary? Визаж ФБ, топе. Ботал без ничего. Весь ботл завязал. Все ресы отдал. Еще манга. Он очень много закрепов отдал, как тысячный бот играет. Вашу верхнюю башню атакуют. Позиционку держит так же. Ману из-за моего. Что же брать на тинке? В смысле? Ты же видишь мою сборку. About.
Он на базу побежал. Без ресов. Да. Уже прибежал. С тапком. Ману взял. Какой он? Он взял тапок, чтобы на базу бегать? Что? Я не пойму просто. Denied. Very well. Positively. I should say so. Добью. На клоке я забрал руну, да? Чё ману купил? Ладно, это он полностью этой залпой понимает. Спасибо за донат большое. Блин, ну ты ж видишь, что я собираю, что я спрашиваю. Очевидно, что так и играю постоянно. Tinkering about. A great adventure. Indeed. Опять на базу побежал. Я таких чубриков давно не видел. Реально. Exactly. Then it's settled. На нижней линии пусто. Что меняется до сюда вот такая сборка? Absolutely. Positively. Incoming. Initializing in 3, 2, 1. Not yet. My very own team, the heat. The business field flux should self-limit. I carry a charge. Да какой киллинг спри на визаже, ну... Это шутка какая-то. Вашу центральную башню. На четверке визаже, который будет летать и меня в соло убивать, да? Хоть он на четверка. In 3, 2, 1. Are you thinking what I'm thinking? Седьмой сразу. Вашу центральную башню заслугам. A research grant. Is this really necessary? I should say so. Argument there. Heads up, your flux should self-limit. Initializing in 3, 2, 1. А не знаю, он только вард ставил и не чекал это. If I must. Initializing in 3, 2, 1. The massless field flux should self-limit. Лазерная кикась. То, что мне так удобно, ну, очевидный ответ на очевидный вопрос.
силы света укрепили свои сооружения. Positively. And the magnetic field blocks itself to me. Okay, so. Money for fire. За вард умирает, килл мне дает. Окей. Я сразу знал, он понял, где вард. Надо было по-любому уже... Ну, нечего было скрывать. Блин, каждый все настройки делает так, как ему удобно, ну. Ответ, почему так? А почему не так, типа? Это то же самое спрашивать, а почему у тебя это на тройку стоит, это на это. Ну, но это в моем понимании. Всех по-разному. Проверка, сколько ракетка сносит. Вашу верхнюю башню атакуют. Вау, спалил меня другалек. Решил крипов до меня забрать. Да не, многие на кикасах играю, еще привлечу. Use rear when coming top, careful. А без маны? Надо было обычно это повязать. А, не попал. Я сейчас прилечу. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Здесь не ТП. Нижняя башня противника разрушена. Абсолютно. Then it's settled. Вашу центральную башню атакуют. Tinkering about. Вашу верхнюю башню атакуют. Что есть? Нет пока шестого. Хорошо. Вашу центральную башню атакуют. Много быстрее жать кнопки, это тебе не дает победы, бро. Я многим объяснял, когда даже на этом, кстати, упрощает, это помогает тем, кто, у кого хуевая реакция, у кого хуевая моторика рук развита, кому сложно кнопки жать, для тех это помогает. Мог Марса дать. Кил клыка убить. Эй, бэт. Интересно, только на коке нажал или просто еще. Then
Это тупо придумано для тех, у кого пальцы сардельки, поняли? Я не, блядь, по кнопкам не могу попасть. Не, что сардельки? Не знаю, не знаю. Ну, реально, я... Помните чела, который... мы запускали «Кто ищет тренера», и он на Тинкере играл. Ну, если кто помнит здесь. И он говорит, у меня пальцы здоровые, я не могу кнопки нажимать. Ну, реально, без рук. Ваша верхняя башня разрушена. I should say so. Короче, и еще это заменяет, у кого brain lag, вы поняли. Кто не успевает реагировать там на что-либо. На какую-то инфу или быстро кнопки также давать. Им это очень облегчает. Фрикил? Быстрее. Быстрее жать. Очень полезная штука, да. Это мне чел доказывал один раз, знаете, что доказывал? Что шторма можно с квикастами поймать на ульте. Вози, бро, их нахуй на маршрутке. Мути, наверное... А, так его можно это. Он мне калинку пил. Я его мутил, когда он против меня. Моим тиммейтом что-то писал. Он мне пел калинку-малинку. Помните? Он сейчас будет летать на шоте меня. Разве даггер нажал? Ну что-то слоупов какой-то. ДНЗ. Да я играл с кикастами и без просто. Да я же когда переучился на кикасты, я понял, что я не хочу из них играть. Я люблю кнопки клацать. Свои сооружения.
Не, просто это удобство для меня. У всех свое понимание удобства. У кому-то удобнее наоборот, чтобы за него кнопки нажимали все. Я, может, за то, что привык просто классить постоянно, и мне кайфово от этого. Вот и все. Здорово. Балбе. Че хороший форстав здесь выглядит. Вот откуда эта ракета кинул здесь. Сюда. Понял. Там тинкербар стоит. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Proceed. Вашу центральную башню атакуют. Что, философски можно было забрать? Что за слоупок? Слоупок Нимбус, блять, вы вообще видели это? Он даже не следит за мапой. Он даже не следит, куда я блинкуюсь. Хорошо, это на руку. Да мне нет квика, оставь. Я ж миллион раз показывал, рассказывал. Вашу верхнюю башню атакуют. Я не говорю, что это плохо играть с ними или без. У меня просто нет. Понимаешь, у меня нет. Там птица не видно. О. А! Она вниз упала? Что она вниз падает? Нельзя? Я убил ее. Что ищешь? Окей. Абсолютно. Это настоящий? Вашу нижнюю башню.
Окей, играют все. При минимум. Вашу нижнюю башню атакуют. Что было в том БКБ просто сделать здесь? Вашу нижнюю башню атакуют. Там уже хекс. Блин, а, опять не могу прилететь на куда хочу. Дефолт? Дефолт. Are you thinking what I'm thinking? Курьер сил света был убит. Курьер сил света был убит. Маршрутка нашла Зевсика. Не, на Зевсе выглядела как Акбар, или как будто он первый раз в жизни этого героя видит. Ну, то, что он, исходя из того, что он делал в миде. Без негатива. Без манты сейчас. Капец он плотный, реально. Сколько раз я ему дал? По башке и прокастом. Даже без квикастов успел дать на себя, представляете? Даже без квикастов. Вау. Вот это уровень. Крути, лобаня! Ладно, меня убили, да? Ладно, меня убили. Если не знаю, ответил вопрос, когда лучше играть через Шиву. Да, всегда ты можешь через Шиву играть. Не важно, какой пик. Это я уже для себя выбираю. А люди играют через Шиву каждую игру. Если они привыкли к такому билду. Все очень просто. Живи, бро. О! Вот так. О! А, аж отсюда оранжа, представляете? Вот сюда мне ульту и дала. Замерзнуть. Спасал Магнуса как мог, честно. Я не думал, что сюда. Ну, там ренджа, да, очень большая. Я помню, на линии как-то играл, как-то забежал, вообще за километр, за окаменел, умер. На, манки. На клоке, конечно, вообще там. О, дай мне вот эту штучку.
Спасибо. Серьезно? Я не знаю, как можно, как убить этого героя на медузе, как? Сколько раз я в нее стрельнул? Три стамана еще осталось, убежи. Спасибо за треугольничек. Это бицепс, так понимаю. Один раз мне кто-то подарил бицепс, это даже на стриме не понял, что эти треугольнички это бицепс. И у меня там в статистике отобразилось, что мне кто-то 10 баксов бицепсами подарил. Пинки, бру. Ну, не знаю, что надо. Хекс. Хекс. БКБ не буду брать, наверное. Блин, что-то мне вот не хватает. Команды, может, что-то не хватает. Кажется, от Вайда что-то не хватает чуть-чуть. Почему там ощущения такие есть? Это всю игру мне ракетки дает, всю игру. Ракетки. Только для этого и взял, да, клока? Надо вместе поиграть, я не знаю. С Магнусом там, с Титанчиком. А, у меня птица гений заставила, что в Инвизибела? Гоним. Марс, смотрите. Я бы так угорал, если бы он умер. Очень хорошо, что я Марса туда не пустил. Дал ему хорошую кнопку нажать. Хоть чуть и не умер сам. На самом деле очень сильно бью. Почти с лазера пачку убиваю. Очень сильно. Ладно, там гений на визаже почти выиграл игру только что одним мувом. Если бы у меня станил на секунду, а не на микросекунду из-за матрицы моей. Нижняя
нижние казармы противника. Разрушены. Нижние казармы противника разрушены. Так там дефолт был, наверное, честно. Я уже на стриме как-то смотрел игру его. Мы сидели... Короче, мы сидели, когда смотрели этот матч в десятером, я сразу сказал, что last pick будет Тинкер, потому что все герои перебанили, кроме Тинкера его. Я сразу предугадал Тинкера, и я сразу предугадал, что когда будет 16-17 минута, и чел возьмет Аганим, они просто пойдут ебать всю мапу. Так и произошло, плюс-минус. Все точно по таймингам. Кто-то собрался, там ТП-шится, еще приключится. Еще ничего нового на Тинкере не было. Найти? Да никогда, наверное. А чё вы все так просто думаете, там, ПТС и показатель, чтобы в команду попасть, или чё? Это должны быть друзьяшки, которые захотят с тобой играть. Вы чё, не видите, вон, как Денвер Туспро играет? Ну, один из худших игроков на пост 3. На хай ПТСах. Ну, он играет там за то, что они вместе друзья. И он подходит им по всему, кроме, ну... Он не тащер, скажем так. Он не прям тащер там какой-то. Бывает очень плохо отыгрывает. Но он друг. Поэтому в команде. Это у него и ММР много тоже. Верхняя башня противника разрушена. И чтобы попасть в команду и найти, тем более, это ж надо, ну как бы, заявить о себе, что ты хотя бы, тебе нужна команда, правильно? Да все понимают, что тебе не нужна команда, то тебе никто не будет рассматривать. Я бы играл на других героях, разумеется. Много инфы известно. Да, братишка, я побольше тебя инфы знаю. Поверь мне. Что такое, блядь? Много знакомых и друзей, которые в продукте играют. Ну, только лично. Они по слухам. Просто я не буду все рассказывать. Бля, как мне хотелось демеджа, охуеть. Не знаю, кто берет ракеты на левый талант на 15-м. Многого просто не знает, что... Я не говорю, что он хуёвый, что типа они уёбки или чё, они хорошо достойно отыграли. Если бы у них был на тройке посильнее игрок, они бы, скорее всего, выиграли. Просто есть дохуя нюансов всяких. Если ты в тир 2, 3, 4 командах находишься. Ну ладно, тир 4 не берем в расчет. Тир 2, 3. Ты даже не знаешь, что внутри происходит. Но я не буду много говорить. Что-то инфа не для всех. Ноль ошибок. Получается. Ладно, единственная ошибка, я был в боте умереть за то, что не захотел БКБ покупать. После Бладстона я решил хек все-таки взять. Но если бы я БКБ взял, я 100% бы не умер вообще. А там милли шанс такой был, что я мог умереть.
но за все кнопки плохо нажал меня. Если бы он болт не давал мне сразу, я бы не зарярмился. Но он какой-то слабый, я не знаю, но топ-300 игрок, она здесь все не может отыграть, носит все ману какую-то в мид. Мангусики там. Не знаю.